Где найти клиентов YouTube-маркетологу либо менеджеру YouTube-канала – проверенные способы. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И в этом ролике мы разберем, где искать клиентов YouTube-маркетологу, менеджеру YouTube-канала, SMM-специалисту, возможно, даже личному помощнику, да? Но в основном, конечно, касается профессии YouTube-маркетолог и менеджер. Вот. Знаю два проверенных крутых способа, сейчас вам о них расскажу, но прежде обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные ролики о продвижении видео, о том, как раскручивать канал, на какие темы снимать, ну и другие фишки, которые могут быть вам очень полезны в продвижении бизнеса через YouTube. И, конечно же, забирайте, читайте мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube, вы сейчас его увидите в правом верхнем углу. Итак, какие же два крутых способа существуют? Первый – это вы берете, заходите в Яндекс, набираете биржи фриланса, вам выдаст WorkZilu, Quark, Fel.ru, и вы там регистрируетесь, заводите себе страничку как специалист по YouTube-маркетингу, либо там, чем конкретно, да, вы занимаетесь. Ну, то есть, соответственно, заводите себе страничку и ищите там задания. То есть разные заказчики там размещают задания по продвижению видео, по раскрутке канала, по настройке рекламы. И вы берете эти задания в работу и выполняете. Единственное, есть минус у этого способа. Ну, лично он мне не очень нравится, и я его редко рекомендую. Рекомендую, так скажем, в последнюю очередь. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что там заказчики чаще всего, ну, ставят минимальные цены на работу, а я своих YouTube-маркетологов в программе обучаю все-таки зарабатывать, ну, достаточно хорошо, то есть достаточно большие деньги. Поэтому этот способ я не очень люблю. Вот. А второй способ, как раз такой, он более интересный и позволяет даже вам самим выбирать себе клиентов и продавать свои услуги дорого. И что же это за способ? Ну, конечно же, каждый YouTube-маркетолог, который прошел мою программу, умеет настраивать таргетированную рекламу. Соответственно, вы берете, записываете видеоролик о себе, о своих услугах, как YouTube-маркетолог, как менеджер YouTube-канала, да? И настраиваете таргетированную рекламу. К вам начинают поступать заявки от разных предпринимателей, и вы сами выбираете, с кем вам работать, за какую сумму, да, вы сами им выставляете коммерческое предложение, то есть за какие деньги вы готовы выполнить либо там оптимизацию, либо продвижение, либо настроить таргетинг, опять же. И, соответственно, вот именно в этот способ я очень рекомендую, потому что он позволяет вам самим выбирать себе клиентов и, соответственно, устанавливать стоимость своих услуг. Вот такие два интересных способа, которыми я хотела с вами сегодня поделиться. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно делитесь с другими людьми этим полезным роликом, смотрите другие видео на моем канале, читайте мой PDF-отчет, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Ну а с вами была Юлия Измайлова, до встречи, пока!